И добрый вечер, дорогие телезрители. Среда, 19:45. В эфире, как ни странно, вот в таком вот светлой рубашечке, темная студия. Темная она, потому что... Ну, не скажу, что мысли такие темные, да, но темная, потому что в темноте, как мне кажется, людям проще говорить о тех наболевшем своем. Как говорят же, ночью люди раскрываются и так далее. Поэтому мы просто, хотя бы просто назвать вот светлую нашу студию, старую студию, в которой нам было очень уютно в течение двух сезонов. И на сегодня у нас тема обеспечение инфраструктурой земель для многодетных, которым были посвящены несколько буквально документов, и вот буквально в последние дни, несколько часов, можно сказать, тому назад, поступила законодательная инициатива от Якутской городской думы. Мы начинаем. Земли для многодетных. Ну и, конечно, да, Аргунов всегда впереди, Павел Анатольевич, все-таки указ... Давайте начнем с указа главы, который целиком был посвящен вот этому наболевшему, можно сказать, вопросу. Люди, которые у нас... Вы не заметили, что зачастую вот в преддверии выборов ставят вот эти вопросы, да? Ну, очень остро. Вопросы уже ставятся давно. Угу. Вот, ну, обостряют, скажем так. Да, ну, конечно, обостряются в преддверии выборов все вопросы. Указ от 7 ноября, номер 1464-й. О мерах по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим 3 и более детей. В соответствии с этим указом правительству дано поручение в течение 3 лет обеспечить ранее предоставленные земельные участки инженерной, необходимой инженерной инфраструктурой. И дано, ну, рекомендовано главам муниципальных образований впредь предоставлять земельные участки уже с подведенной инфраструктурой. Вот. В этой части давайте сделаем акцент такой. А какой смысл рекомендовать, если можно требовать? Или все-таки не имеете права? Органы местного самоуправления не входят в систему органов исполнительной власти, поэтому глава имеет право рекомендовать. В обмен на что? На какие плюшки? Рекомендация. Допустим, если вы выполните вот данную рекомендацию, взамен вам будет что-то. Ну, в соответствии с этим указом нам необходимо, то есть правительству необходимо обеспечить инженерную инфраструктуру уже ранее предоставленные земельные участки и также обеспечить инфраструктуру те земельные участки, которые будут предоставляться многодетным семьям, то есть помогать муниципальным образованиям. Это полномочия органов местного самоуправления и, ну, к сожалению, органы местного самоуправления не имеют необходимых средств для того, чтобы исполнять в полном смысле вот эти полномочия. И правительство должно оказать содействие путем выделения необходимых средств для обеспечения инженерной инфраструктуры. В первую очередь мы видим это в электроснабжении и в строительстве автодорог для того, чтобы люди могли приступить к строительству своих домов. А в последующем также в рамках данных поручений, ну, конечно, это мы не рассматриваем в течение 3 лет, а более дальние перспективы, это уже обеспечение газом, обеспечение летним водопроводом, там, где есть возможность подтянуть, там, где нет газа, подтянуть тепловые сети, ну, в этом плане. В центральном, да, это правильно. Да. Перспектива радует, скажем. А мы в тот раз с Верой Алексеевной сидели в радиоэфире и считали, да, цифирки считали. Ну, порядка 17 тысяч многодетных семей, которые стоят в очереди, да? Да, из них. Из них по городу Якутску, кажется, да, получили 6 тысяч чем? Нет, это по всей республике. По всей республике, 6 с лишним тысяч. 6700 семей получили. Обеспеченной инфраструктуры 1500. 1500. 1500. Да. Вот такие вот цифры, которые, ну, я не знаю, радоваться или горевать, но, тем не менее, все-таки город Якутск у нас какой-то, она не резиновая, но стекается все больше и больше народу, да? И получается основной упор все-таки у нас столица республики, которая ограничена, к сожалению, двумя мысами, да, Кангаласским и Табагинским, и земли-то кончаются. Вот так вот. Люди просто тут недоумевают, как земли могут кончаться. А как они могут кончаться? Объясните мне, пожалуйста, эту историю. Вообще, можно я скажу, да, раз уже я взял микрофон. Вот
нас народ Саха, да, на планете Земля там 400 тысяч человек. Сильно лонхолома, да? Подожди, подожди. Угу. И нам нужно увеличивать свою численность. И вот Владимир Владимирович Путин для этого специально создал вот эту, значит, систему, когда многодетным дается земля, для того, чтобы нас больше становилось. А что делает наша республиканская власть и муниципальная власть? Вместо того, чтобы поддерживать вот это наше размножение, да, оно наоборот ему препятствует. Это как вообще понимать? Вы вообще для чего это делаете? Вы не хотите, чтобы нас больше становилось, что ли, или что? Тебя в чем логика? И что значит нет земли? Да, нет земли. Что значит нет земли? Я вообще не понимаю. Да, конголасов земли полно. Да, Табаги полно земли. Это кажется, что так полно. Как, да, правило, это... как правило, многодетные граждане получают земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Под ИЖС земельные участки предоставляются в землях населенных пунктов. Как вы говорите, земли в Кангаласах и в Табаге, там уже пошли территории сельскохозяйственных земель, где вид разрешенного использования – это максимум садоводство и огородничество, возможно. Поменяйте назначение. Это тогда нужно менять территорию границы города. Границы города. Поменяйте границы города. Вы для чего там нужны-то? Меняйте. Нет, вы не хотите, чтобы люди рожали детей, что ли? Нет, ну почему? Как раз эта работа ведется. Почему вы не можете взять и выдать людям землю? Землю хотя бы дайте без инфраструктуры. Мы подождем, ничего. Дайте землю. Стоп, а вот это вот земли без инфраструктуры, это уже как бы нарушение получается. Чего? Да тех же указов, майских и прочих, да? И последнего тоже. Нет, ну дайте, скажите, что вот здесь будет земля, вот сюда к такому-то году подведем электричество. Кстати говоря, электричество для чего подводится? Чтобы мы же платили деньги за электричество. Вы же должны быть заинтересованы в увеличении своих клиентов. Или нет? Налогоплательщиков, в конце концов. Чтобы людей вообще больше становилось, и город становился больше. Вы хотите, чтобы Якутск вечно был такой малюсенький, как сейчас, что ли? Ну, объясните мне, я не понимаю. Пустоту вообще. Вопрос. Ладно. В какую пустоту? Ну, объясните мне, в чем логика? Вы почему не даете людям жить-то? Дмитрий, давайте вот мы слово дадим Анастасии Николаевне. Вот она как бы занимается непосредственно вопросами. Это вопрос, вопросами. Уже мы много раз обсуждали. Да, и пусть хотя бы обидеть, да, потому что так голословно нельзя молодой человек рассуждать. Что голословно? Надо знать суть проблемы. Нет, и что в чем это суть проблемы-то? Суть проблемы в том, что я в очереди 1045 стою. У меня дети уже выросли, мне не нужна будет эта земля. Ну, вы достаточно молодой. И что? Ну, объясните. Объясните мне. Смотрите, уже было выдано 3500 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В городском округе. В городском округе, в землях населенных пунктов. Где были не земли населенные пункты, их изменили, да? И что? Инфраструктуры там нету. И также эти многодетные граждане не могут осуществить цель построить там индивидуальный жилой дом. Алексей, давайте я объясню. Именно основываясь на этом, то, что нет инфраструктуры, некоторые политические силы делают определенного рода чуть ли не политический капитал, да, когда требуется, что давайте земельный лесной фонд нарежем в ту же долю, да, скажем, для многодетных, обеспечим их инфраструктурой, откуда взяться деньгами и так далее. Мы почитали в тот раз с представителями Министерства строительства, да, 4 миллиарда, да? 4 миллиарда требуется. Откуда взять эти деньги, Алексей? Это вот 4 миллиарда. Это просто 400, тоже вопрос. Это только для подведения электричества и автодорог. А если еще газификацию, то получается 7 миллиардов 300. И что? 7 миллиардов 300. Нет. Да. Людей, знаете, вот мы этот самый конкретный вы вопрос, да, так как мы на территории города Якутска собрались, да, можно вот на примере города Якутска сейчас вопросы и ответы обсудить, да. Вот когда вышел указ главы Республики Саха-Якутия в 2014 году, да, наделение подведение инфраструктуры многодетным, да, городской округ город Якутск тогда разработал свою дорожную карту, где было сказано четко в 2015 году разработать программу по инфраструктурному обеспечению инфраструктуры земельных участков. Такая работа была проведена в 2015 году, и в 2016 году были выделены средства на электроснабжение 20 миллионов рублей. Да? Ну, коротко, если по программе сказать, она у нас срок реализации программы 4 года. На
электроснабжение в программе у нас стоит 419 миллионов, на технологическое присоединение к газовым сетям 282 миллиона, на строительство дорог 230 миллионов. Это примерно 1 миллиард рублей. Но мы знаем, что это только наполовину семей получается, да? Сейчас, то есть город в очереди из этих 4 миллиардов 2 берет на себя, да? Из этих 4 миллиардов вес, да, города это 2 миллиарда это рублей получается. Потребность, да. В программе у нас стоит только 1 миллиард рублей, потому что вот только 3,5 тысячи земельных участков выделено. И программа у нас таким образом сделана, что в 2016 году мы должны были на электроснабжение выделить 100 миллионов рублей, да? Мы в программе выделили 20... Программа сделана таким образом, что с местного бюджета выделяется 20%, 80% с республиканского бюджета, да? Программу мы свою направляли на согласование в министерство, в правительство, да? И нам было предложено участвовать в программе ИЖС Республики Саха-Якутия, что мы и сделали в феврале месяце, и подали заявку Министерства архитектуры. То есть это пока только проект, да? В 2016 году в начале, да? Почему мы рассмотрели заявку? Полностью программу, да. Все необходимые документы по землям. Комиссия рассмотрела и выделила нам 21 миллион. Да. Мы-то, план-то у нас был 80 миллионов, но они выделили нам 20 миллионов. Поэтому сейчас у нас есть отклонение от программы, да, и мы понимаем, что если каждый год будут такие большие отклонения от программы, то мы можем растянуть свою программу от 4 лет, да, получается, до 10 и более. Поэтому этот вопрос стоит очень остро. И без вливания с республиканского бюджета мы одни сами эту программу не осилим. Вот. В настоящее время вот... Хотелось бы пояснить. Да. Можно я закончу, да, немножко? В настоящее время сейчас подписывается договор с ПАО «Якутскэнерго» на 70 миллионов рублей, 42 из которых мы должны заплатить в этом году, и остатки в следующем году 30 миллионов. Да? Это у нас 23 участка в Магане и... сколько? Тысячи. И 340 по Намскому тракту 17 километру. Вот. Также на 2017 год и 2018-2019 по электроснабжению мы увеличили средства. Да, если у нас мы выделяли в этом году 20 миллионов, то в следующем году мы запланировали 30 миллионов. С учетом, ну вот нам же нужно как-то этот дефицит догнать. И надеемся, что республика тоже, давайте пытаясь паузу, догнать мы свой дефицит. К этим цифрам. Да. Хорошо, рекламы прямо сейчас. Мы продолжаем программу «Один из нас», в котором один из нас решил все-таки вникнуться тонкостями обеспечения инфраструктуры земель для многодетных семей. Что ни говори, тренд такой глобальный на уровне руководства страны и руководства республики выдвигается на первый план. Я хотел бы все-таки к многодетным семьям обратиться. Да? Все-таки вы получили земли, да? Ну, я руководитель организации многодетных семей и, как говорится, держу руку на пульсе. А, то есть вы можете всю картину осветить? Да. Поэтому, значит, вот правильно товарищ говорил, что у нас сложилось мнение, ну, такое, что правительство, депутаты и так далее попутали, возможно, приоритеты, которые поставил перед нами, вот как сказал товарищ, да, о, значит, демографической политике, о том, что наша конкретная республика должна дать миллионного ребенка, и указ президента Российской Федерации. Вот. Денег нету, ни у кого нету денег, но где-то в России люди умные, которые вот этот указ издали, должны, мне кажется, поддержать Республику Саха-Якутия, которая живет в таких экстремальных условиях, да, и поэтому, значит, нужно нам выйти всем на лично на президента, на Госдуму, вот наши депутаты, за которых мы голосовали, да, чтобы разработали программу специально для нашей республики и внесли наших вот многодетных конкретно, их не так много, нашего народа не так много, да, и включили нас в программу, я так думаю, доступное жилье для российской семьи. Давайте, можно переиначить ваше предложение. Доступное жилье для российской семьи, проживающей в экстремальных условиях. Да? Все-таки холод не тетка, это никоим образом. И Алексей в чем-то, он гиперболизирует, конечно, но он прав. Он прав. Размножаться-то нужно в комфортных условиях, скажем так. Да? Жить нужно в комфортных условиях. Повышение качества жизни российской семьи – это приоритет, который ставится и в стратегию до 2030 года. Дети имеют, как говорится...
правило расти. И они у нас растут в плохих условиях. И как мы хотим вырасти патриотов, как мы хотим вырасти здоровых детей, как мы хотим вырасти умных детей. Вот, когда они не видят ни земли, ни простора, ни дома не имеют. Давайте я к вам, как руководитель общественной организации вот, многодетных семей, насколько те семьи, которые состоят в вашей общественной организации, они готовы строиться? То есть платежеспособны ли они? Так, ну, объективную картину вы говорите, вы знаете. Мужчины и женщины, они умеют все. Имея кусок земли, они своими руками, с помощью своих детей, своих родственников построят дом. Я это гарантирую, да. Но есть, конечно, у нас и маргинальные семьи, это не секрет, да, и они, возможно, не смогут, да, но основная масса, 80%, они 80. С нетерпением ждут. Эркин, можно будет вот картинки, которые, да, вторая камера, район Хатас. Вот это подведенная инфраструктура, которая представители Якутскэнерго говорят, что они работали, значит, инфраструктуру по этим. Вот застройка. Одна единственная. Ну, давайте представителю все-таки. Потому что принцип техприсоединения, да, я не знаю, зло это или добро, да? Хорошо, я готов пояснить. Значит, ну, для начала расставим акценты, да. Мы в данном случае, Якутскэнерго имеется в виду, являемся инструментом в данной схеме. То есть будут заявки на технологическое присоединение, мы действуем в рамках действующего законодательства, естественно. Повыше просто. Хорошо. Да. Значит, еще выше. Сколько субъект сможет предусмотреть денег, мы готовы реализовать и присоединить столько количества земельных участков, на которые субъект предусмотрит деньги. Значит, мы действительно в 2015 году с городом отработали, составили соглашение о намерении заключить договоры. В общей сложности было 6 микрорайонов рассмотрено, энергоснабжение которых требуется 393 миллиона рублей. Ну, понимаем, да, коллеги сейчас сказали, что у них средств столько, сколько есть. Я не буду вдаваться в подробности, каким образом там эти деньги распределяются. Тем не менее, у нас в 2013 году был опыт по электроснабжению 113 участков для многодетных семей. Фотографии только что ведущий показал. Выстроили, город обеспечил финансирование, энергетики обеспечили строительство и энергоснабжение. Что видим по факту, заполнения данных территорий нет. Секундочку, я закончу, да. Поэтому это, то есть наличие денег и наличие земель, это еще не гарант того, что все кому нужны участки с электричеством, с инфраструктурой, то есть осваивают их. То есть здесь нужно пересмотреть сам принцип, наверное, или подходы к выделению данных земельных участков. То есть деньги на ветер может сработать? Ну, да, не да. На ветер, но в землю мы их точно... Землю вкопали, землю да? Вкопали. Давайте. Да, секундочку. И я хочу сказать, что это не совсем хозяйственный подход, ведь это деньги налогоплательщиков. Как мы их с вами осваиваем, да? То есть мы-то действуем, и город, и Якутскэнерго действуют в рамках заключенного договора. Но по факту те, кому выделили земельные участки, не имеют или средств на строительство, или желания. С этим надо разобраться. Ну, банковская система тоже нет. Домам лучше подводить. Извините, я являюсь представителем тех семей, которым выделили земли. Да? Вот вы говорите, что деньги на ветер. Конечно же, это не так. Потому что, во-первых, выделено там участков около 1000. Ну, в Хатасах? Да, между меньше, конечно. Между Тобылой и Хатасами, да? Да. А электричество подведено 120, да? 113 участков. 113. Это получается сколько у вас? 30, меньше даже процентов, да, получается? Это по сколько соток там дают? По 10 соток. Угу. И тем более я вот знаю конкретные семьи, которые вот мы получили в 2012 году. Это сколько? 4 года это, прошло. Это первая да? очередь, да? Да, мы первую очередь получили. И там вот конкретно были лица, которым негде было жить. И они были уже вот настроены, мы построим и будем там жить. Вы представляете, семья с детьми, с маленькими, да, вот как древние люди, печка, там, дизель, да, они вот были так настроены, что реально негде жить, но все равно вот наши холода, как говорится, диктуют, свои, да? Диктуют, да, и они вынуждены были свернуть свои ну, вещи и переехать, опять же, арендовать квартиру, и до сих пор вот они не могут, конечно, там жить, ну, летнее время выезжают. А жить там, конечно, никто не может. И я вот скажу, что
лично вот на нашем околотке нет никаких столбов до сих пор. И есть люди, которые бы могли построиться. А вот, по каким бытует принципам мнение, вот это вот распределение происходило? Извините, вот почему-то бытует мнение у населения, что многодетные какие-то нищеброды, да? На самом деле это не так. 50% нет, но почему? Ну, не имеют желания или возможности. Есть очень даже богатые, есть, хорошие, да, обеспеченные. Половина, пожалуйста, извините, мы все, женщины, мужчины, все. Нет, ну жизнь, она всякая, разная. Конечно, да, дайте микрофон. Вот. Если бы было условие, есть конечно, люди, которые хорошо могли бы построить. Но за вопрос распределения земельных участков энергокомпании здесь не несет не то, что ответственности, у них только полномочий нет распределять земельные участки. Наша задача сделать энергоснабжение. Нет, почему вот из этих тысячи участков вот этой сотки только? Был договор, была заявка, заключен договор. Мы сделали энергоснабжение. Ну вот пример Хатаса, 113 участков, мне кажется, не показатель, потому что Якутскэнерго... А завершили, что показатель? Завершили птичка? Строительство только в конце 2015 года, да, получается? Договорные сроки, совершенно верно. В конце 2015 года, то есть прошло только полгода, грубо говоря, да, со дня, как Якутскэнерго ввело в эксплуатацию электрические сети, и за этот короткий промежуток, многодетная семья, семьи не смогли застроиться, получается, да, но несмотря на это, там по фотографиям видно, да, что есть забор уже есть, да, есть, несколько домов уже построены, хотя и не подключены к электрическим сетям, да, мы в конце прошлого года собирались с многодетными, да, и многодетные нам направляли заявки, что они готовы уже застраиваться в случае там электроснабжения. Вот, например, по Намскому тракту около 400 заявок поступило, и из них около 300 заявок они готовы построиться именно в 2017 году, да, получается. Конкретно по Намскому тракту 17 километр, сейчас уже порядка 20 участков уже есть дома застроены. Там уже некоторые уже зимуют с печками. Коллеги, против этого никто не возражает. Давайте заключим договор, мы произведем энергоснабжение. Можно конструктивное сразу предложение, да? А есть же в других регионах другие примеры, как вот эти земельные участки заменяют на какие-то альтернативные виды, да? Квартиры? Значит, материнский капитал увеличивает, да? А у нас что-то есть в республике такое? Давайте мы послушаем телефонный звонок, потом приступим. Майя, хороший вопрос. Я его запасал на третий блок. Говорите. Захаров, Хатасы. Да, товарищ Захаров с Хатас. Вот показывают фотографию. Мне кажется, фотография где-то двухгодичной давности. Это человек из города Эргер-Лукалев, то, что не идет застройка. Застройка очень активна везде, повсюду, где выдали, в Багарах, агрогородок, везде идет очень плотная застройка. Это он вводит вас в заблуждение, говоря, что не идет застройка. Какой цель, я не знаю. Какой он цель? Уважаемый телезритель, я в заблуждение никого не ввожу, говорю вам совершенно официально. И совершенно официально заявляю, да, эти фотографии сделаны в конце октября текущего года. Это местность Хатасы. Поэтому, если есть сомнения, можем встретиться и совместно выехать, и вы мне покажете, как там активно идет застройка. Ну, активно идет застройка. Вообще, район Хатаса с этими землями вообще какая-то катавасия. Да, один же СПК, вот этот Тускул, который там что-то не там построился, там, и так далее, и так далее. Но к этому не будем возвращаться. Семен Васильевич, все-таки вот Майя задала очень хороший вопрос. Ништяк один заменяем вторым ништяком, да? То есть одну плюшку заменяем второй. Ваша недавняя инициатива по компенсации, скажем так, вот этой обеспечения инфраструктуры земельных участков в денежном выражении. В принципе, хорошее же решение. Да, но этот вопрос возник в 2011 году, когда, значит, и наш руководитель страны, и правительство Российской Федерации приняли определенные документы о предоставлении гражданам бесплатно земельных участков для многодетных семей. И я скажу, что в городском округе город Якутск эта работа ведется, я считаю, нормально. В каком плане? И, значит, исполнительная власть, и законодательная власть сразу же начали, значит, заниматься этими делами. И не зря все-таки 3500 земельных участков, да, я считаю, это нормально, при том дефиците земельных ресурсов, которые, значит, есть. Почему дефицит? Я, как и специалист могу сказать, все-таки я занимаюсь уже более 30 лет вопросами землеустройства, да, и уже очень хорошо знаю вот запасы наших земель городского округа, город Якутск, тем более уже более 8 лет депутатом являюсь городской думы. Действительно,
молодой человек сказал, что у нас откуда? У нас же очень много земель. Земель, к сожалению, нету. И вот очень серьезный вопрос перевода лесных земель, значит, земли сельхозназначения в городские земли, вот решается уже 4-й год. И вы знаете, вот есть какое-то, я не знаю, противодействие, что ли. Вот, с чьей стороны? Ну, я имею в виду со стороны руководства лесного хозяйства Российской Федерации, да, вот у них какая-то негласная, вот у меня закрадывается такая мысль, да, что у них какая-то негласное правило вот перевода эти не делать. Почему? Потому что вот из раза в раз, да, вот раз в квартал минимум, да, поступает, ну, мы, город, да, предоставляет... Давайте мы сразу после рекламной паузы вернемся вот к этому, где там наверху не смогли добиться общего языка. Этим реклама. Я имею в виду, вопрос имеется в виду... Мы продолжаем нашу программу, и представители Якутской городской думы, которые выступили на прошлой неделе, на этой неделе с законодательной инициативой, все-таки давайте... Почему? На прошлой неделе, значит, да. Дело в том, что действительно эта проблема у нас решается очень медленно, и народ действительно, может быть, возмущается справедливо. Почему? Потому что, ну, не идет оно, понимаете, мы не успеваем, у нас рождаемость очень хорошая в республике. И скажу, что более 60 семей ежемесячно прибавляется в списке на получение, на предоставление земельных участков. Это, то есть, около 800 семей в год. Семьи, да? Многодетные семьи. Очередь. Да, это же 800, это почти 1000, это же очень много, да. И вот мы, значит, видим же, мы же живем среди вас, да, и видим, что действительно проблема не решается. Поэтому, да, вот, Якутская городская дума на 29-й сессии очередной вот как раз вышла законодательной инициативой, на это мы имеем право. Вот инициатором, кстати, выступил председатель нашей думы Сан Саныч Савинов. И вышла законодательной инициативой именно вот какие-то найти альтернативные меры компенсации вот, вместо предоставления земельных участков, коли у нас такой дефицит земель. И поэтому в других вот регионах примеры есть. Это и Санкт-Петербург, и Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономный округа, это Астраханская область, ряд других областей Российской Федерации. Вот. Или денежные компенсации. Вот. Мы считали, вот как раз департамент жилищно-коммунального хозяйства, да, примерно минимально вот эта компенсация, вот, по нашему мнению, вот, по тем расчетам, которые делали, значит, оно получается примерно 286 тысяч рублей. Вот для оформления, ну, одного, для компенсации одного земельного формирования, одного земельного участка. И вот если бы, значит, этот вопрос... Поправочка, это компенсация за обеспечение инфраструктурой или обеспечение земельным участком? Обеспечение земельным участком, да. Но оно доходит и до 400, и до 500 тысяч. Можно конкретный вопрос, рублей? Да? Именно по инфраструктуре, но не вам, а Павлу Аргунову. Сколько конкретно выделено, какое финансирование на 2018 год? 18-й? 17-й. Ну, на сегодняшний день бюджет еще не утвержден, он только формируется. И проходит, ну, первое чтение оно прошло, сейчас приступает ко второму чтению. И каждый день там лимиты меняются. Насколько я слышала, что там не было заложено. На 17 год денег пока нету, да. И... Вы знаете, вот я хочу сказать, Дмитрий, да, вот примерно 1 млрд 93 млн вот, по подсчетам как раз департамента жилищно-коммунального хозяйства нужно для подведения инфраструктуры. Так ведь, да, то есть дороги, электроснабжение, газоснабжение. И то же самое, да, вот мы можем сказать, что на ту же сумму мы выходим, когда... Получается, вот, это деньги не заложены? То есть, вот если заменить предоставление земельных участков денежной компенсацией, вот, которую я имел в виду, то фактически вот этот 1 миллиард, он и получается один к одному. А как быть им? То есть те, из очереди, у нас очередь начнет, Дмитрий, двигаться, понимаете? А, ну то есть меньше будет таких комиссий, да? Мне, знаете, такой вопрос. Хорошо, мы понимаем, что каждый день количество жаждущих увеличивается.
Мы понимаем, что бюджет не резиновый, тем более сейчас кризис. И, естественно, и доходы граждан, и доходы бюджетов сокращаются. Да? И в такой ситуации у меня такой вопрос. Может быть, с другой стороны посмотреть, вот откуда взялся этот миллиард? Может быть, этот миллиард каким-то образом подсократить? За счет именно тех организаций, которые предоставляют эти услуги. Например, тот же Иркутская энерго, тот же газ, который поставляют. Да? У нас же как? Либо должно подключение быть дешевым и газ дорогим, либо наоборот, подключение дорогим, а газ дешевым. Да? А у нас почему-то и то, и другое дорого, и недоступно совсем. Вот, может быть, этим организациям стоило бы из своих каких-то бюджетов инвестиционных, да? Да. Может быть, городу стоило бы поработать с ними, с этими монополистами, чтобы они снизили свои тарифы. Тогда бы, может быть, не миллиард был, а меньше. На подключение, да? Да, на подключение. Хорошо, спасибо за вопрос. Ну, вы на самом деле затронули очень интересную тему, где-то она даже болезненная. Отвечу почему. Значит, формирование инвестиционных программ сводится из ремонтных программ, программ там, на развитие и так далее. Да? А отсюда вытекает тариф за электроснабжение. Подождите, понимаю, да. Я вас не перебивал, я закончу. К вам, я закончу, да. Потому что, да, вы всегда сможете обосновать любые тарифы. Я это закончу. Без вопросов. Пожалуйста, закончу. Просто на самом деле, да, с чего началось? С указа президента, далее был приказ Минрегионразвития, далее указ главы республики, ну, тогда еще в статусе президента. Там четко написано, черным по белому, реализатор программы является субъект. Субъект. Не спорим. Ну, вы задали вопрос кардинально другой, да? Значит, если представить... Подождите, если представить... деньги... Коллега, я вас не перебивал, разрешите закончить мысль. Если представить, да, что мы включаем все эти расходы в инвестиционную программу, исключаем ремонты, исключаем инвестиции, необходимые на поддержание надежности энергоснабжения, оставляем там те затраты, которые необходимы на энергоснабжение многодетных семей, что мы получаем? Да? Мы получаем выпадающие доходы. Выпадающие доходы. Что такое? Мы должны их каким-то образом компенсировать через тариф. Никому не нравится, когда растет тариф. Нет, согласны? Эркин, давайте я перебью всех. Я скажу, что речь, видимо, идет скорее больше адресована к акционерной обществу Сахатранснефтегаз, который является государственной собственностью. Нет, даже не поставщикам услуг. Да. Поставщик услуг, он всегда максимизирует свою прибыль. Да. И я совершенно вопроса к ним не имею, потому что естественно. Да? Человеку и организации нужно зарабатывать. У меня вопросы к городу. Да? Вот вы ведете работу с этими поставщиками услуг, чтобы они снижали свои тарифы? Да. Дин, возьмите. Да, действительно, вот на примере Хатасов, да, объясню, да, мы вот в 2015 году Якутская энерго подвело, да, вот к 113 участкам земельным, да, ведь возможность имеют подключение не только 113 участков, а еще дополнительно вокруг, которые в радиусе 300 метров, в соответствии с постановлением правительства 861 по техприсоединению, да, правилам техприсоединения, имеют тоже за льготную категорию за 550 рублей подключиться, то есть не только 113 участков можно рассматривать здесь. Порядка 300, да? Да, тут больше даже. 400-500 участков примерно выходит в радиусе 300 метров. Мы такие вопросы рассматривали, да? Рассматривались, встречались в министерствах, да, что есть такая возможность, да. Но Якутская энерго говорит, что у них недостаточно средств, нет дополнительных средств в инвест-программе и так далее. И они говорят, если будут средства в инвест-программе дополнительно там с других источников, они смогут это выполнить. То есть, в принципе, здесь без разницы, с какого, ну, один, кошелек-то один, они могут направить и сразу ресурсоснабжающие организации, либо через нашу программу. Поэтому нужно решать. Да, в любом случае, да, деньги выделять тут, нужно. Да, вот очень плохо, что на 2017, 2018, 2019 годы в республиканской программе стоит ноль, да?
Хотя это очень острый и актуальный вопрос. Ну, я хочу пояснить. Вот мы собрались, да, Дмитрий, и я считаю, что тот указ, который, значит, глава нашей республики издал, он совершенно правильный. Да? Я думаю, что наши народные депутаты, правительство республики, ну, наверное, это же приоритетным направлением же, то есть на сегодня является. Я говорю, да, что мы даже, вот Якутская городская дума, и, вернее, администрация города Якутска, да, и мы предусматриваем на ту же инфраструктуру 30 миллионов рублей уже на 2017 год. Да? Это же тоже немалые деньги для нашего маленького бюджета. И еще хочу сказать для логического конца, да, вот Дмитрий, та инициатива, которая вот мы выступили, депутаты Якутской городской думы, по замене вот мер, по компенсации, да, взамен предоставления земельных участков, это, я считаю, очень хорошая инициатива. И я очень надеюсь, что депутаты народные, правительство нашей республики примут это и поддержат вот нашу инициативу, потому что и очередь двинется, и решаться начнет вот как раз эта больная проблема. Ну, насчет очереди, кстати, вопросов все больше. Я думаю, тема... Сейчас я дам тебе слово. Это тема отдельного разговора. Когда люди говорят, что сами изыскивают участок, потом приходят оформлять, с ней сделать автопосъемку и так далее, чудом оказывается, что она зарегистрирована за кем-то другим. Да? Таких вопросов скапливается очень много. Алексей, буквально полминуты. Да, две секунды. Вот, я думаю, что денег нет, потому что город маленький. Маленького города маленький бюджет. А город никогда не будет расти, пока вы не будете строить инфраструктуру. И Путин, он же не идиот, он для этого вам это задание и дает, чтобы города-то росли. И люди размножались, и город становился больше, и бюджет его становился больше. Слушай, понимаете, да? Преамбула какая-то, размножайтесь там. Да, для этого это делается. И вот то, что сам факт этой очереди, это позор нашей республики и показатель неэффективности работы всей власти, и республиканской, и муниципальной, и законодательной, и энергетика. Вы все плохо работаете, все, поэтому его, есть, да, эта очередь. Павлу буквально в завершение, буквально пару слов. Ее не должно быть вообще. 30 секунд, Павел. Павлу. Хочу сказать, уважаемые коллеги, что все вопросы, которые вы сейчас озвучили, у меня есть петличка. Все вопросы, которые сейчас озвучили, они, ответы на них есть в указе президента от 7, это в указе главы от 7 ноября. В том числе и по приоритетности пункт 1, да? В том числе и по иным мерам реализации для органов местного самоуправления и для поставщиков таких услуг, о том, чтобы в инвест-программы свои они залаживали средства необходимые. Буквально 10 секунд у нас остается. Это была скомканная программа «Один из нас» с темой обеспечения земель для многодетных семей. Мы встретимся ровно через неделю.